В этом году колледж закончили 140 человек, и теперь их можно по праву считать специалистами и рабочими по различным профессиям, в основном технического направления. В ближайшее время они пополнят трудовые коллективы десногорских предприятий и организаций. Они пришли ко мне сюда все разные, даже вот с Украины ребята были. И вот за этих 3 года мы старались сделать так, чтобы колледж им был родным домом. И я надеюсь, что у меня это хорошо получилось, ведь из 8 красных дипломов 4 в нашей группе. Сами же выпускники благодарны своим мастерам, преподавателям-предметникам, наставникам на производстве, где проходили практику, за полученные знания и воспитание в стенах колледжа. Мои педагоги все 4 года помогали нам, учили нас. Это самые, наверное, лучшие педагоги, которых я встречала. Всегда добрые, отзывчивые. Всегда помогут и добрым словом, и просто так по-человечески. Я буду по ним очень скучать. В этот день выпускники последний раз переступили порог своего колледжа в качестве студентов. Годы учебы пролетели, и все это время их поддерживали и помогали самые близкие и родные люди – родители. Мой сын закончил сегодня колледж, группа 409-ТВ, отучился на технолога. Технология воды и горюче-смазочных материалов на электростанции. Я считаю, что это очень хорошая профессия. Будем надеяться, что нас трудоустроят. Я очень довольна. Мне нравилось это заведение. И сыну моему тоже это все нравилось. Профессиональные педагоги, которые добросовестно относятся к своей работе, дают знания нашим детям, учтивые все. Хорошая погода в этот летний день словно пророчила всем выпускникам колледжа, уже дипломированным специалистам, яркую и спокойную судьбу, чего и мы им искренне желаем.